И при таком снегопаде и минусе ночью особо актуальна информация об отоплении. Кто еще мерзнет и когда согреется, мы спросили у Людмилы Шведюк. Со стороны клиентов энергосервиса без отопления остается только один единственный дом, Карла Маркса, 85. Там потекла линия внутриквартальная. Мы будем работать завтра, так как сегодня вызвали так называемые трассировки инженерных служб, которые, ну, коммуникации, в принципе. Рабочий день в нашей организации завтра объявлен, поэтому завтра мы попробуем эту проблему устранить. В остальном же, по словам Людмилы Шведюк, все котельные и магистральные трубопроводы заполнены, как в городе, так и на селе. Если у вас до сих пор холодные батареи, значит проблема конкретно в вашем доме или на вашем стояке. Звоните как бы в АДС 20644, заявляйте о том, что где-то какие-то проблемы, звоните своей управляющей компании, 05-я служба. И мы вам, конечно, ответим, объясним, подскажем, куда обратиться, как и когда у вас появится это тепло. Но на сегодняшний день, на пятницу, за 5 дней вот пуска отопления, мы сделали все возможное для того, чтобы город был с отоплением.